Объект SCP-1092-RU. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. В фонде есть на сегодняшний день только планы проекта, как спасти невиновных людей от нападок объекта. Им любой быть подверженным мог в категории риска. Сельский врач, сталевар, педагог, цирковая артистка, часовщик, генерал, почтальон и дизайнер с мехами. В общем, всякие, кто с детских времен увлекался стихами. И умения спешно скрывал от других до момента. Каждый день информации ВАЛ два секретных агента проверять в интернете должны от заглавных до точек, вычисляя всех тех, кто больны, межрифмованных строчек. Чтобы мигом собрались в кулак их мобильная группа, взяв предписанный амнезиак и пакеты для трупа. Описание. SCP представляет собой меметичное слово, что наносит психический сбой тем, кто снова и снова это слово вставляет в письмо, не заметив обмана. Хоть для прочих оно, как бельмо или плод графомана. От воздействий объекта их стиль, бывший ранее в норме, рассыпается буквами в пыль и в рифмованной форме собирается снова в слова с добавлением мути. Хоть и смысл изначальной письма остается по сути, и не ведая, что он творит, пострадавший от мема пишет так, что любой говорит, получилась поэма. Каждый день, каждый миг, каждый час, без минуты затишья, без усилий сплетая в каркас свои четверостишья. Зараженный их тянет как нить, чтобы объект приукрасить. Их нельзя удержать, сохранить, только обезопасить. С каждой строчкой сверкают слова словно грань бриллианта. Их уколы шприцом класса А не лишают таланта. Чем точнее отточенный стих режет гранями света, тем быстрее пробуждает в других осознание поэта. Нежелание лежать без конца неисписанной лентой. И болезнь жжет глаголом сердца и растет экспонентой. Есть единственный способ спастись, скрыть все факты об этом. И душа отправляется ввысь, а поэт по пакетам. А затем его жгучая речь и ботинки, и майки вместе с ним помещаются в печь, в герметичной запайке. Примечание. Да, болезнь не всегда так быстра, словно резвая Хонда. И подвержены ей доктора и сотрудники фонда. И за годы теряется счет, как секретные грифы, обойдя, проникают в отчет междустрочные рифмы. Если кто-нибудь серый как мышь и прямой словно розга, тот, в чьем сердце тоскливая тишь, кто зануда до мозга, бессердечный и с черствой душой, стекленеющим взглядом и испорченной кармой большой у себя где-то рядом обнаружит такой документ, где рифмуются строки, и они не прочистят в момент слез глазные протоки, не наполнят его чистотой, грустью, светлой и личной, не заставят считать их простой тонкой книжкой обычной. Эта злая тщедушная тварь с мерзкой дряблой усмешкой пусть бежит, где сидит секретарь с подлой гаденькой спешкой. Заложить их, как в старом кино, крысьим шепотом частым, чтоб агенты и устранили причастных. Приложение. В камере зябко, настил из сырого картона. Серая кладка прочнее иного бетона. Плесневый след от касаний на пальцах, как тонер. Имя забыл. Остается порядковый номер. Он на спине у халата, в который одели. Завтра последние сутки четвертой недели. Я никого не встречал, кто работает дольше. Есть новички. Только их номера еще больше. Здесь не тюрьма. Но хватает отъехавших фриков. Да. Вечерами аж жуть пробирает от криков. Впрочем, плевать.
Я обычная мелкая сошка. Главное, есть где поспать и не парит кормежка. Месяц назад странный тип дал прочесть одну строчку. Мысли теперь сложно собрать в одну точку. Он каждый вечер на час выдает из заначки мне исписать два листа от оставшейся пачки. Он типа дневник говорит, на свободную тему. Тут привыкаешь всему видеть скрытую цену. Как мой сосед, натиравший полы на дежурке с парой других, проигравший нечаянно в жмурке. Он получил за проступок другую работу. Как там? Забыл. Процедура 110 чего-то. Есть доктора, но врача не найдешь, когда надо. И иногда просто дрожь пробирает от взгляда. Утром впервые зашла медсестра из больницы. Вроде не злая. Спросила, чего тебе снится? Я краем глаза заметил, как ручкой на парте что-то на «У» записала «одобрено» в карте. Может, болячку нашла или чего-то она значит? Я ведь расходка, сломаюсь, никто не заплачет. Глупо роптать, если прожитый день уже чудо. Только царапает душу тревога откуда? Словно скребет жерновами задумчивый мельник, как у гуся, вдруг поевшего яблок в сочельник. В лабораториях смрад и токсичные лужи, что было месяц назад, вспоминаю все хуже. Дни вереницей бегут, друг на друга похожи, плесень все глубже следы оставляет на коже. И в голове все сильнее еле слышное пенье. Холодно, холодно. Холодно до отупения. Скину халат, в одеяло зароюсь в постели. Прошлых мгновений картинки во мрак полетели. В пачку бумаги последнюю брошу страницу. Завтра попробую вспомнить, а что же мне снится. Наш проект нуждается в вашей помощи. Поддержите нас через Patreon. Ваша помощь будет для нас неоценима.